Итак, сделки. Казахская 1С. Заходим в сделки. Нажимаем создать. Выбираем партнера, по которому будет сделка. Процесс, как создавать партнера, наверное, не буду показывать. Создаете там, как и создавали. Берете любого. Выбираете соглашение. Так, соглашений нет. Мы создадим соглашение. Пишите наименование. Например, поставка 1550. Цех такой-то. Если несколько цехов, желательно показывать, какой цех. Цех 3, допустим. Ставим потенциал. Тенге там получится где-то 3 миллиона 600 тенге. Вероятность указывайте 50%. Указывайте сделка НК. Тип. Сохраняете. Значит, да, вот здесь выбираете методику, по которой будет у вас этот проект. Раз это 1550, это будет пока УЗК не добавлено. УЗК портативная не добавили. У меня есть право создать УЗК портативная. Вам создавать ничего не надо, ничего не создавайте. Если у вас есть права, большая польза. Все, у вас появилось, исходя из этой вида, этого вида сделки, этапы. Можно не посмотреть план этапа. Менять вот здесь ничего не надо. Это лишь справочник этапов, выяснение формирования потребностей. Да? Я здесь мог написать там в справочнике. На этом этапе ведутся переговоры о задачах, которые стоят. Рассказывается о новинках для возможного формирования потребности. Как мы понимаем, потребность можно не только ее выяснять, но еще и формировать. Поэтому это никак не связано с вашей работой. Это лишь просто справочник, в котором вы писали. Это ошибка. Дальше что? Сохраняем. Дальше что? Переходить по этапам вот этой кнопкой. Переходите, нажимаете, переходите на техническое задание. Ну, этап технического задания, я думаю, понятен. Либо вам пришло заявка, либо пришло техническое задание, либо не техническое задание, а техническое требование. Без разницы. То есть вы вышли на этап, при котором вы прорабатываете технические условия технической задачи и так далее. То есть это не тема этого видео. Все, сохраняем, перешли на этап. Значит, взаимодействие по данному. Вот здесь вот можно создавать. Либо здесь можно создавать запланированные взаимодействия, можно создавать вот здесь уже свершившиеся. То есть встреча, телефонный звонок, это было уже, да? Запланированное можно создавать. Давайте запланируем. Скажем, вы запланировали поездку, да? Встреча и демонстрация. Показать руководству. Аппарат. Здесь вы можете добавить контакт какой-то, не знаю, с кем-нибудь. Или так писать, если его нет, да? Либо выбрать из имеющихся вот здесь в конце. Это партнеров. Ну, выберем Алексея Тимоновича. Это как пример. Сохраняем. Вот здесь какая-то ошибка, я и показал Ильнуру, он ее исправит. Но он сохраняет это все. Все, оно у вас запланировано. Вы можете в запланированном указать, когда это случится. Вот тогда. Сохранять. После того, как у вас выполнена эта встреча, то вы заходите в эту встречу, здесь пунктик рассмотрено. Рассмотрено, но так переведено,
по корявому рассмотрено, это значит, выполнено вот это действие. Запланированное взаимодействие. То же самое там со звонками, там без разницы. Можно отсюда. Значит, звонок тоже, вот я покажу вам. Если вдруг звонили, да, либо вам входящий звонок произошел, позвонили вам, либо исходящий вы звоните. Это мы планируем, позвонить ему, узнать, да, будет после отпуска. Пишите без сокращения, это вы пишите не как и для себя, так и для других, чтобы понимание было, если это передается предприятие. Ну и завтра или там какую-то дату поставить, не знаю, 5-го, да? Записали, сохранили. Написание там. Надо назначить демо. Все. Взаимодействие. Вот у вас звонок. Вы создаете. Когда уже позвонили, у вас будет какой-то комментарий. Позвонил. Договорились. Встречаться. Там, не знаю. 7 числа. Пишите рассмотрено, что это произошло, да? И можете уже на основании этого звонка создать встречу. Все, запланировали. Опять планируете встречу на основании этого. Окей. Ну вот как-то так. В рамках уже данной сделки вы создаете коммерческие предложения, создаете заказ и тому подобное. Ну, в общем-то, все.